Запах цветов, алкоголя, чуть ясные мысли и ни капли огорчения – это отдел полиции в Московском районе. Собравшиеся здесь люди – сотрудники полиции и граждане, нарушившие административное законодательство. По статье 20, пункт 21 нельзя появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, будь то улица, автобус, парк и так далее. Любой сильный выпивший человек наносит вред обществу и себе самому уже только своим появлением. Нормально, заходи. Здесь все свои. Присаживайся. Сотрудники патрульно-постовой службы Московского района за час привозят несколько таких граждан. В основном это выпившие мужчины. 5% посетителей КПЗ являются женщинами. Этого гражданина полицейские задержали на улице, когда тот под красный сигнал светофора пытался перейти дорогу. Корпоратив был. Выпивали? Да. А в курсе, что запрещено появляться в состоянии опьянения? Ну а что сделаешь? Сегодня корпоратив. Ну как что сделаешь? У вас коллеги есть, на машине довезти вот до дома. Нет, у него. Конечно, перед Новым годом в городе проходит много корпоративов. Желательно после них передвигаться до дома или гостей на такси или с трезвыми знакомыми за рулем. Иначе есть риск попасть в отделение полиции. Причем это не самая худшая развязка. Полицейские задерживают только тех, кто не отдает отчет своим действиям, сильно шатается, устраивает скандалы, ползает по земле. Так что многие задержанные даже не против нахождения в дежурной части. Этот гражданин немного не дошел до дома, с цветами направлялся к жене. Ребят не виноваты, вот, просто они не правы. Хватает моей жены на мою судьбу. Хотел телефон, ты его и сдал. Клепать и долбить? Я его сдал. Хватает. А то, да здесь я не первый раз. Домой. Был уже здесь. Год рождения какой у вас? Давно не помню. Вспоминай. Я могу сказать правду в глаза. Но... Вот такие разнообразные люди каждый день появляются в отделениях полиции. После задержания их отправляют на медосвидетельствование. Дальше выписывают штраф за нарушение порядка. И если человек сам может идти, отпускают его домой. Если гражданин явно переохладился на снегу или плохо себя чувствует, для него полицейские вызывают скорую помощь. С Новым годом, конечно, увеличивается число граждан в состоянии алкогольного опьянения, потому что проходят корпоративы, праздники и подготовка к праздникам, соответственно, у всех выходные, поэтому работа прибавляется. Бывает и так, что полицейским приходится применять боевые приемы борьбы, спецсредства, ограничения подвижности, такие как наручники. Чтобы не доходило до серьезных последствий, просьба к гражданам следить за своим состоянием на корпоративах и в праздничные дни, а также при сильном опьянении максимально обезопасить себя и окружающих и не появляться в местах скопления людей.